Всем привет, с вами доктор Абрамян, Елена. Планируется комплексная пластическая операция в объеме липосакции шеи подбородка, круговая подтяжка лица со смазкой с платизмопластикой, повторная эстетическая ринасептопластика. Пациентке не нравится так называемый трамплин и массивный кончик носа. Это будем устранять. Видим деформирование овал лица. Видим следы открытой ринопластики, рубец который проходит по низу. Деформирование кончик носа. Кончик носа лежит на правой стороне. Она фактически от основания разъединен и проваливается вниз. Видим деформирование ножки. Это уже была ринопластика, повторяюсь. Видим птоз кожи. Слава богу, пациентка на нормальном, хорошем весу. Это все будет подтягиваться. Кстати, запомните родинку. Уже завтра посмотрите, куда она переместится. Как дела? Все прекрасно. Лена, сколько вам лет? 57. О, 56, простите. Лицо когда начало беспокоить? Вот это птоз, спуск лица. Да, морщинки появились. Но так как я очень человек с юмором, люблю всегда улыбаться, смеюсь, то эти морщинки появились гораздо раньше. Я ничего не пыталась. Ничего не делала. Я сразу в ваши руки. Да, спасибо. Вот, когда начались проблемы, мне порекомендовала моя знакомая, которая у вас оперировалась. Я стала за вами наблюдать. Я ждала, и вот настал мой час. Лена, как дела? Все хорошо. Ну что, посмотрим на себя? Да, посмотрим. Давай. Только я без очков. Ну, что я могу сказать? Могу только сказать, что вы, как обычно, создали шедевр. Вы стреляете не только, видимо, как говорится, из пулевого ружья, но еще стреляете, видимо, и на высочайшем уровне. Расщепляя молекулы и молекулы на атомы, наверное. Спасибо. Ну, и вы, наверное, великий педант, потому что доходите вот до... Такого комплимента мне еще не делали. Спасибо большое. Пожалуйста. Как сказал Чехов, человек и вокруг все прекрасно. И лицо, и душа, и тело. А нос? Так лицо и нос. Ну, душа-то и дело было более-менее, а вот с лицом-то и с носом были полные проблемы. Вы просто худеете, я не знаю, где вы берете эти молодильные яблоки. Вас, наверное, боженька поцеловала в руки. Я стала такой уверенной в себе. Да, и я думаю, что у меня будет все хорошо. И я буду подходить к зеркалу, всегда улыбаться. И говорит, боже мой, какая же я красивая. И вы меня будете вдохновлять на многие цели. Елена. Месяц, да, показываю качество рубцов. Вот как они выглядят, полностью повторяют уклушную анатомию. Вот у нас рубчик. Фактически не видно. Также коррекция ушных раковин. Да, вот рубец, прическа короткая, все равно ничего не видно. Хороший шейно-подбородочный угол. Отсутствуют избытки. Лена хотела прямой нос. Я ей сделал прямой нос. Также у нас была выраженная искривленность. Все подкорректировали. Лена, как дела? Все прекрасно. Ну что, радует? Да, я вообще подхожу теперь к зеркалу и улыбаюсь каждое утро. Желаю себе самого доброго дня и вам тоже. Всегда вас вспоминаю, потому что раньше это для меня было как поход ослика и я к этому зеркалу. И такое было слезно, смотрела ушки по спине. Как мне было больно на себя смотреть, что я так старею. Теперь я скажу, что стареть совершенно безболезненно. Вы всегда будете в руках Соломона Моисовича. Он у нас сделает просто всех красивыми. Мне 56, скоро будет 57. Я больше о возрасте не говорю, потому что со мной казус произошел, что раньше мне всегда уступали место в общественном транспорте. Теперь никто не встает, приходится стоять и радоваться жизни. Движение – это тоже жизнь.
всем без исключения мой нос понравился. Моим родственникам, которые скептики. Вот, кстати, вот это еще отек, да. Она меньше станет. Это еще отек, он побаливает, да. Ну, вот с каждым днем оно все лучше и лучше. Лицо у меня не нужно на улице. Всегда подходят к плечу и говорят, это ты или не ты, как вот та Настенька в этом фильме. Маленький цветочек, когда мерила наряды, да, и говорила, ой, я? Нет, не я. Вот то же самое метаморфозы произошли со мной. Вот, тебе подходит по плечу, девушка, вас Леной зовут? Я говорю, да, так что радости жизни, не бойтесь, вы в надежных руках, команда просто супер. Вот, я очень-очень благодарна, и у меня нет слов. Прекрасно, Елена, спасибо вам большое.